31 участник, из которых 5 призеров и 9 лауреатов первой, второй и третьей степени. Таковы итоги конкурса чтецов на вершине славы, которые подвели в доме Леонида Андреева. К слову, 125-летию с начала творческой деятельности именно этого писателя посвятили это и ряд других мероприятий. Отрывки из произведения Андреева зачитывали более 10 творческих коллективов и учеников школ областной столицы. Андреев, конечно, достаточно сложный писатель, текст у него своеобразный, но все ребята справились, выбрали достойные отрывки из произведений, все руководители постарались, подготовили ребят, ну и, конечно, каждый принес что-то свое.